Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал PlayGray, и мы продолжаем проходить финалку. Я поприболел, поэтому прошу прощения, если я буду чихать, пердеть или кашлять. Поэтому давайте начинаем, продолжаем, или как угодно вам вспоминаем, что мы делали тогда, когда делали. Так, стоп, подожди. Поехали. Я настолько давно играл в нее, что забыл реально, куда нам надо бежать. У нас вот желтая какая-то точка есть. А, Джунон. Смотри. Что здесь? Ну, в Джуноне у нас... Джунон. Не пойму. Ну, вот желтая точка на Джуноне горит. Или что это такое? Давайте посмотрим. Может быть, нам надо сюда? Вот сюда. Что там у нас? Говорят, Шинра собирает огромную материю по всему миру и везет ее в Джунон. Если везут сюда, значит, хотят воспользоваться своими самолетами. Так, нет. Ну нет, нет же. Ничего здесь нам не надо, скорее всего. Ну, подожди. Так, там... По-моему... А, охранник стоит. Его, по-моему, не было. Если вам так нужно попасть на лифт, заплатите 10 джил. Хорошо, я согласен. Ну ладно, поехали. Может быть, все-таки туда нам... Скорее внутрь. Соплюхи. Постоянно. Так, ну что, погнали. О-хо, заставочка. Можно ходить, пока заставка идет. Поехали. Побежали, говорю. Так, что здесь происходит у вас? Нет, это я знаю. Что здесь происходит? Сейчас Шинра использует его, чтобы извлечь огромную материю из реактора Корелла и реактора Форта Кондор. Реактор Корелла и реактора Форта Кондор. Гельники теперь простор для полета. Я, наверное, самый незанятой здесь человек. Ты понял, да, куда нам надо идти? Ты понял? Пошли обратно. Я же могу здесь обратно спуститься? Могу. То есть Форт Кондор здесь же, и Корелл, ну, чуть-чуть не здесь, но пойдем в Форт Кондор. Сейчас мы посмотрим, что там. Оу, сломался, что ли? Бляха, нет! Случайно нажал. Зараза. За 10 долларов можно кататься на лифте туда-сюда. Ну, не долларов, а гил. Джил. Неважно. Как плохо болеть весной, ребят. Это кошмар какой-то. Вот. Ужас. Витамины нужны, поэтому... Кушайте фрукты, кушайте овощи. Побольше меда и молочка на ночь. Это вообще хорошо и поднимает ваш иммунитет. Поэтому все это полезно. Так, мы летим в Форт Кондор. Посмотрим, что там у нас в этом Форте Кондоре. Где-то здесь он был. Так, где-то здесь он был. Погоди, я его видел в начале ролика. Вот он. В смысле? Да. Вот так. На травку. Я постоянно забываю, что он только на травку приземляется. Оба-на. Так, стоит чувачок. Мы сражаемся с Шинрой на этом поле боя с давних времен. И не собираемся сдавать свои позиции. Можешь уделить немного времени и помочь нам в сражении? Мы не хотим, чтобы это звучало назойливо, поэтому если ты чем-то занят, поэтому тебе сначала закончить это. Рад помочь. Я думаю, мы поможем. Правда? Тогда поднимайтесь наверх, и вас ведут в курс дела. Ничего сложного здесь нет. Там надо будет поиграть в мини-игру. Ну, собственно, и все. Она не сложная. Слушайте, а здесь такое-то... Просто творится... Ну, в смысле, не творится такое... Просто аура спокойствия и тишины. Все спят, занимаются своими делами. Здорово, чувак.
Это уже что-то. Не думал, что хоть кто-нибудь сюда заберется. Это место может стать полем боя против Шинра в любую минуту. Вам лучше спуститься, пока вас не втянули во все это. Поле боя? Такого мы не упустим. Шинра? Какого черта эти придурки здесь забыли? Что ты имеешь в виду? Похоже, у вас тоже проблемы с Шинра. Ну, раз уж вы сюда поднялись, почему вы меня не выслушаете? Это не займет много времени. Давай, ладно, рассказывай, конечно. Знаете, что там наверху горы? А там что-то есть? Как ни глянь, там реактор, а наверху это что, кондор? Я вижу, вы очень наблюдательны. Да, это реактор и кондор. Похоже, там внутри реактора особая материя. Потом прилетел кондор. Так что Шинра направила отряд для его ликвидации. Их план состоит в том, чтобы избавиться от кондора и жителей этой горы, чтобы забрать материю из реактора Мака. К сожалению, мы не в состоянии сразиться с Шинра один на один. Поэтому мы наняли солдат, чтобы они нам помогали. Вы можете помочь нам как спонсор, оказав посильный вклад, или сразиться на нашей стороне. Что скажете, хотели бы присоединиться к нашей битве? Если уж это пошло, что я могу сказать? Ну, мы сможем чем-то помочь, если вы положитесь на нас. Эй, мы идем на помощь. Это правильное решение. Хорошо, давайте. Так, давайте, наверное, вот что сделаем. Сохранимся. Давай, дружок. Там был разговор, здесь был разговор, поэтому надо сейчас посмотрим, что у нас со здоровьем. Так, ну, у всех все хорошо. Но это не босс, это будет мини-игра. Давай, сохраняйся. Так, слот один, и мы сохраняемся вот сюда. Да, последний у нас будет. Форт Кондор. Отдыхать здесь бесплатно, кстати, можно отдыхать, поэтому можете в любой момент воспользоваться случаем и бесплатно отдохнуть. Так, а давай посмотрим, что здесь продают, может быть, что-то появилось получше. Давно я сюда не заглядывал, это было в самом начале игры. Я уже играл, по-моему, в эти мини-игры здесь. Покажи. Все, на что способны, и мы тоже не отстанем. Купить. Бросок. Бросок кинуть, непонятно. Критический удар. Дает команду крита. У меня 6600 монет? Да ладно, вы чё? Чё можно продать? Хорошо. Пронзатель. Превращает противника в жабу. Занавес луны. Эсмина. Колык дракона. Так, это... Ага, вот. Улучшенный меч. Это... Нет, это... Шпилька. Продаем. Серебрострел. Продаем. Скорострел. Продаем. Улучшенный меч я пока не буду продавать. Это продаем. Рабочие перчатки. Сука такая. Графитовый наруч серебряный, алмазный. Браслет мага, бронежилет. Ну, в принципе, винчестер. Ну, тоже можно продать. И копье. Вот еще коготь дракона можно продать. Так, и что у нас получается? 36 тысяч, великолепно. Критический удар можно. Можно взять критический удар. Дают команду критический удар. Давай, один купим. Один мы купили, хорошо. Оружие, что есть у оружия? У оружейника. Вот. Это не оружейник. Палатка, эсмина, это все у меня есть. Давайте повесим материю. Например, мистика, молнии. Мистика, что делает мистика? Конфуз, нормально. Все, лед. Стихийный скан. Вот скан особо нам не нужен. А вот это пригодится. Все, ладно, погнали, ребят. На мини-игрушечку. Привет. Да отвали ты. Сейчас, я думаю, никаких вопросов и проблем не будет с этой мини-игрой, потому что она несложная вообще. Хотя, черт его знает, что там. Но мы должны подниматься вот сюда и идти вот сюда. Давай. Ты чё ты кривой такой? А, вот, господи. Да я кривой. Так, здорово. Вот он, кондор. И чё? Посмотрели, ну замечательно. Да подожди, ты как тебя вот?
Итак, рассказать вам о стратегии. Цель врага — наш горный реактор. К нему он будет карабкаться. Нам нужно установить засаду и нанять солдат для защиты этого места. Но это все, что у нас есть. У нас в деревне больше нет денег. Даже если бы мы могли сражаться, мы не смогли бы, ведь мы не имеем ни гроша. Чтобы нанять одного солдата, вам нужно 400 джил. То есть, чтобы нанять 20 солдат, понадобится 8000 джил. Мы должны попросить вас потратить свои собственные деньги, чтобы нанять этих солдат, купить боевую технику, установить и раздать команды. Мы знаем, что эта просьба эгоистична. Мы отослали наших жен и детей в другую деревню. Но сами колеблемся, вернемся к началу. Если враг добьется этого ангара, нам нужно придется немедленно вступить в бой. Битва будет всего одна, но мы просим вашей помощи. Типы солдат достаточно. Готовы? Хорошо, готовы. Это решающая битва, противников еще больше, чем было до этого. Да, я помню. Фух, так, ну что? Мы, наверное, вот здесь начнем. Вот тут. Вот. Там, где можно. Так, давайте смотреть. Огненная катапульта. Атака. 30. 25, 35. Вот, 35. Защитник. Хорошо. Боец. Ставим сюда бойца. Боец. Атакующий. 25-35. Вот. Надо просто их много ставить и все. То есть получается защитник здесь. Сюда мы ставим. Так, атакующий защитник. Стрелок. Рабочий. Ремонтник. Слышь, что? Камнемет. Вот 30. Третий камнемет. Охереть. Слушай, прикольно. Вот так поставим. Вот этот. Сколько у меня еще денег? Ай, да дохера денег-то, господи. Вот так поставим. Они же здесь не будут обходить, правильно? Сюда, значит, мы поставим. Подожди. Вот сюда поставим, где ремонтник? Ремонтник. Молодец. Сюда мы поставим, допустим, катапульта, огненная катапульта. Вот так. Это они хуй пройдут, на самом деле. Вот так. И вот этот последний этап, последний наш, они будут держать у нас вот эти чуваки здоровые, огромные. Вот эти маленькие тоже пойдут, но можно 35, отлично. Мы сейчас просто вот... Когда денег много, вы понимаете, денег просто много. Защитники. Они дерутся, защитники, вообще? Я, по-моему, думаю, что дерутся, да? Так, и чё? Огненная катапульта. Вот так. Сейчас мы поставим... Стрелки. Вот стрелок. Отличненько. Вот так поставим еще стрелка. Стрелок. Денег до хера, поэтому вообще можно не париться и выставлять. Ну все, наверное. Как начать игру-то? Установить юнитов. Как начать игру? Начать игру, да. Все, понеслась. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вон он, ползет. Чудище. В смысле, что это? А, это на мои уже колбасят, да? Нормально. Третий камнемет. Это я могу им управлять. Да. Великолепно. Там-там-там-там. Так, два пока ползет. Скорость побыстрее сделаем, чтобы они побыстрее бежали. И все. А то они ползут. Так, вон идет варвар. 180 жизней. Чудище здесь 230, конечно, хп. Ну ничего, их трое. Здесь двое. У меня здесь закрыто, в принципе, да? Здесь, ну, тут пойдет... Не, тут мало, но пойдет. Не, пойдет. Нормально. А, вот летающая херня. Мать твою. Такого рода мини-игры в этой игре, в нашей Final Fantasy, они довольно распространены. Да и япошки, японцы, они любят... Мини-игры, в принципе, всегда. А чё ты туда не пошел? Почему вы в центр-то идете все, придурки? О, козлы. Сколько врагов-то? Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять врагов получается. Нет, десять уже. Ага, уже получил люлей.
Люлей уже получил. Отлично. Во, во. Хорошечно. Давай вот так сделаем. Рабочий ремонтник, стрелок. А, ну вот так поставь. Столкновение с противником. На тебе. Да, ну и чё? Да не надо мне. Пускай бьется. Чё ты? Не тупи. А, в смысле? Куда мне? Действие. Идти, атака. А, ты, атакуйте, атакуйте. А ты чё стоишь-то? Атака нахер. А, действие, атака. Атакуйте, атакуйте, пацаны. Столкновение с противником. Моего уже завалили одного. Это просто пипец. А, столкновение с противником. Действие. Что значит ждать? Атакуй, атакуй, атакуй. Вот этого говно атакуй. Давай, 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 давай. Стрелок, бляха-муха. Вот, атакуй этого говнюка. Враг уничтожен, великолепно. Что значит ждать? Нет, атака теперь вот этого. А ты что стоишь? Не стоят здесь, получается. Атакуй. Атакуй, атакуй, атакуй. Ништяк, ништяк. В смысле? Так, 190. Атака, 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 атака. Отлично, бро. Прямо великолепно. Тут вообще мануальный режим, блин. Враг уничтожен. Ну хорошо, давайте не будем управлять. Столкновение с противником. Да ну нет, ну зачем? Можно мне автоматическую бой? Нахер мне это надо, ребят? Да блять. Деритесь и все. Че вы меня задрачиваете? Где босс? Враг уничтожен, отлично. Просто хорошо. Бах! Бах! Он уже... Он идет, и уже у него столько всего мало. А, отлично. Бейте, 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 бейте. Столкновение с противником. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Атака, нахер. Ты тут кого атакуешь, блядь? Атака. Враг уничтожен. Отлично. Но этого атакуй. Бах-бах-бах. И все, и в дамках. Вот, убили козлы. Ладно, мы сейчас поставим вот так. Раз. Тынь, тынь. Видал, видал, как охеренно. Здесь мы поставим, смотри. Действие атаковать. Атаковать. Хорошо. Вот там кошмар, как он бьет-то их. Так, здесь вот чувак один стоит, да? Но у меня здесь камушки. Камушки сейчас... ой, в смысле нельзя? Кого нельзя? Почему нельзя? А, вот сюда можно. Катапульта, боец, атакующий, защитник. Пускай стоит защитник. Атаковать. Атака, атака, атака. Убивай, убивай козлов. О, вот сейчас будет люля-кебаб. Смотри. Ага. Давай, 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 давай. Ты можешь просто атаковать его и все, и не затрахивать меня. О! Класс. Так, что там? Да иди ты вы, ты нахер. Так, здесь убили. Тут камни сыпятся, да? Отлично. Тут никого нет, значит... Да, блядь, уйдите. Пиздец, вы чё? А, направление. Во, вот так. Во, херач. Трыть. Трыть. Класс. Так, здесь... Угу. Ой, да уберитесь. Вот, я сейчас я успею, да, поставить? Вот так вот. Камушки вообще рулят на самом деле. Стрелок. Так, стрелок. Стрелок, 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 стрелок. Вот. Стрелок. Сейчас мы его завалим. Действие. Атака. Действие. Атака. Атакуй. Так, здесь вообще все хорошо. Вообще все прекрасно. Где босс? Твою мать, где этот босс? Да уйди, уберитесь! Блин.
Охереть, тут реально босса еще и нету. Ты можешь просто драться и все. Зачем ты меня отвлекаешь? Ага, убили моего, да? Камни падаете или не падаете? Ремонтник вообще что-то ничего не ремонтирует. О, он убил, нихера себе. Так, давай, убивай вот этого тварь. Вот эту тварь убивай. Блять, ты заебешь. Атаковать. Да похуй, похуй, ребят. На самом деле просто атакуем и все. Так, здесь. А здесь ты не пройдешь, дружок. Отлично, просто отлично. Здесь он не пройдет, здесь он не пройдет. Куда? Да нет! В смысле? Подожди, чувак. Идти, атаковать. Вот этого можешь? Вот сюда, вот, вот так встань, вот здесь, и все, и стой. Там больше мне ничего не надо. Где, бляха-муха, босс? 9 союзников. Да ну, блин! Боец. Враг уничтожен. Великолепно! Так, теперь сюда иди. С той стороны никого нет, поэтому мы нормуль. Никого не пропустим. Атакуй. Просто атакуй. Атакуй, атакуй. Молодец. Столкновение с против... Зачем мне об этом? Не надо, не надо. Уберите, уберите. Ой, бляха-муха. Вот так нахер. Вот так, раз. Будет сейчас три камнепада, блин. Ага, прибыл в точку назначения. И чё? Ну, сюда иди. Во! Подожди, вот это вот можно направление сделать вот сюда? Вот, хорошо. Хорошечно. Прибыл в точку назначения. Отлично. Атакуй. Просто вот так атакуй его и все. Столкновение с противником. Да, блять, ты можешь убрать отсюда? Вот, ты видал, что творится? Ты видал? Раз. Враг уничтожен, блядь. Да уберите, уберите, пожалуйста, а. Убери, уберите, ну что же это за дерьмо? Вот, атакуй его, иди сюда. Чё ты там стоишь-то, тварь? Внимание, внимание! Вот, атакуй, 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 атакуй. Нормально, нормально, сейчас они его завалят. Все, великолепно. Было, да, было, было чуть-чуть прям страшно, но ничего. Вот сейчас мы вот так сделаем. Ага, класс, класс, класс. Так. Вот так, сейчас камнями их засыпем, ребят. Смотри, там прут и прут. Прут и прут, ёпарас, это просто пипец. Ага, класс. Так, мне бесит вот это вот. Да ну можно отжать эту херню. Камушки, засыпайте, ребятушек. А я сюда поставлю, допустим, еще вот это. Вот. Сюда я поставлю вот это. Так. Враг уничтожен. И вот это вот я... Блин, блин, не-не-не-не-не-не, да ну нет, отвалите от меня. Вот так вот, вот так вот. Все. Пока они дойдут, их просто уничтожат. Вон идут, смотри, идут. Стоит и стреляет. Говно такое. Бах, нахер. И смерть пришла твоя, да? Кусок ты говна. Нет, вот сюда надо ставить. Вот так вот. Вот так вот. Вот сюда ставим тоже катапульту. И вот сюда ставим катапульту. Так, хорошо. Вот сюда ставим катапульту. Нет. Вот сюда ставим, наверное, все-таки камушки. Не хватает денег. Ёпарус это. Нихера себе! Все, денег нет. Зовут Олег. Ёбаный рой, вы чё? Вы издеваетесь? Нихера тут боевка.
Так. Уничтожайте. Отлично, ребята, вы красавчики. Пока все так хорошо идет. Отлично, просто круто. Столкновение с противником. Нормально. Камушки. Помогаем. Вот. Ой, блядь, пизда рулю. Столкновение с противником. Вот этот... Это последний этап. Да нет, я не выдержу столько боев. Столько, так, вернее, не боев, а этих чуваков. Денег нет, прикинь. Ну, убили моего, все, я проиграл. Уйдите, да, блядь, заебали вы. Все, пизда. Смотри, как проигрывает. Я не понимаю, почему здесь все в ручном режиме. О, вон он, босс идет. Я тебя понял. Денег надо больше. Просто надо денег больше. Больше денег надо. Вот и все. Восемнадцать врагов. Вторжение противника. Боже мой, они атакуют. Мы рассчитывали на вас. Ладно, погнали. Давай огнем, давай молнией и давай льдом. Отлично. Три разных... Ого! Ты чё, ублюдок? Нихера себе, Сида просто взял из двух ударов вынес. Ох ты, молния, как ему хорошо так дало. Дало. Конфуз. Давай-ка выше, бляха-муха. Где это? Где? Перо Феникса. Восстанавливаем жизнь. Конфуз. Попробуем конфуз? Нет, на нем не срабатывает. Ну ладно, босс, наверное, из-за этого. Где в ахере? Ядовитое дыхание. Подожди. Берсерк. Магия. Молния 3. Все-таки она его прям хорошо так... Проверкой. Магия лечить наших пацанов, лечи всех, причем быстро. Отлично, 5000 уже забрал. Магия конфуз, огонь берсерк, комета. Комета тоже нехило дает, давай, рули. Ах ты, бледина! Охереть. Так, подожди, не надо в Сида. Та ёпарысоте. Ну какого хрена? Да ну хорош ты, ебить твою мать! Прыжок ввысь. Хорошо. Последний. О-хо-хо-хо-хо-хо. Так, он от нас отравил. Boost jump, use. Ага, понятно. Ачивмент какой-то дали. Ух! Сука, вынес. Да 1800, ну неплохо. Перед смертью-то. С сигареткой, потому что, наверное. Не курил бы, больше бы вынес. Ох ты, говно. Ты посмотри, какой он мощный, а. Даже просто... А, все? Да ладно. Я-то думал, ну жалко, что Сид не выжил. Так бы уровень бы был. Имперская защита. Да, мы это сделали, это было великолепно. Спасибо, сомневаюсь, что Шинра теперь будут атаковать. Смеется? Опа. Что это? Трескается, нихера. Воу! Кондор живой, да ладно. Что это было? Материя вылезла. Это свечение! Кондор! Яйцо! Что? Можете посмотреть, что это было? Посмотреть. Да посмотри. О, здорово! Материя Феникс. Круто, слышь. Это хорошая прям материя. Хе-хе-хе, полетел. Чакабо. Ты куда? Эй, слышь? Улетел. Так, давайте сразу ее вставим. Так, подожди, давайте этого человека восстановим. Перу Феникса. И кому-нибудь вставим, ну, Винсенту, наверное. Так, что у него тут есть? Дистанция.
Нахуй, дистанцию. Феникс, огонь. Вот, хорошо. Пойдем. Исчез. Не забудьте рассказать обо всем моему отцу. Хорошо. Ну вот, друзья, вот и мы старались. Я уже думал, будем переигрывать, но нет. Игра нам дала вот такую возможность вырулить, все разрулить. Спасибо вам всем, правда, спасибо. Хоть нам и нечем вам отплатить, но вы всегда можете остановиться тут на любое время. Так что заходите, если что. Ах да, я забыл сказать про одну вещь. Получен ключевой предмет – огромная материя. Что такое? Черт, парни, да это же огромная материя. Это на самом деле это материя из реактора. Чего ради мы дрались? Мы защищали не реактор, мы защищали Кондор. Когда строился реактор, нас заставляли помогать, поэтому мы и знали, что было спрятано внутри. Я знал, что этот день настанет, так что когда Шинра покинула реактор, я пробрался туда и забрал материю. Я не хотел вас обманывать, но в итоге так и вышло. Мне правда очень жаль. Забей, по крайней мере, мы все еще живы. Понятно, мы благодарны вам за то, что вы к этому отнеслись именно так. Ну хорошо, пойдемте на халяву, восстановим силы наши. Огромная материя — это ключевой предмет, он нам не нужен, мы его никуда не сможем вставить. Давайте отдохнем. Отдохнуть, конечно. Отдохнем от всего, снимем с себя всякие наложенные на нас неприятности и восстановим силы. И сохраним. Давай. Так, вот так, да. 23-27. 23-51. Ну, неплохо. Погнали дальше. Нам нужен еще Форт Корал. Корал, реактор Корал. Там тоже, возможно, будет какой-то бой. Я уже совершенно не помню. В начале игру я помню, но это уже мы подбираемся практически к завершению. Где-то еще, может, серии 5, где-то, может быть, вот так будет. До основной части сюжета доберемся мы до конца, вернее, к основной части сюжета. Ну, где-то так, 5 серий, может быть, 6. Так, погнали. Корал, теперь нам нужен Корал, а Корал это... Вот тут подсвечены какие-то точки. Не знаю, это Мидгар. Нам он особо не нужен, не интересен. Корал. Здесь тоже ничего не интересно нам. Туда тоже смысла пока нет идти, в этот... Где это забвение? Вот здесь. Туда тут еще занято все. Корал где-то там. Мы можем попробовать атаковать оружие, ну, которое летает там, монстр. Но еще рано, мне кажется, он нас просто порвет на части и все. Корал. Вот здесь Корал. Вот они, горы. По-моему. Так, ну короче, я... Не сейчас. Я, в общем, загрузил заново, потому что мы там бегали. Я же не туда побежал. Поэтому загрузил заново и... Так, здесь у нас все хорошо. Погнали. Так, теперь нам нужно посмотреть, где Корал. Вспоминай, где Корал. А то я прибежал на гору Нибель, блин. Так, все, этого нету. Птички нашей нету. Нам нужно найти арену. Так, а здесь мы здесь сможем? Твою мать. Тарарира. Куда мы направляемся? Может быть, к реактору Корала? Ну, как бы да. Реактор Корала. Где? Подожди, так вот Корал. Да? Ну-ка, подожди. Надо проверять. Нет. Сейчас мы просто найдем таким образом. Я не помню вообще, где Корал. Охереть.
Это реактор. Подожди. Сейчас. Тот Нибельский реактор я проверил, там ничего нет. Где еще был реактор? Был еще один реактор. Сейчас я вспомню. Погоди. Не туда я залетел, ё-моё. Сейчас все будет. Погодите, пацанчики. Девчоночки. Так, это что такое? Опа, подожди. А, это как раз, по-моему, то место, где наш этот Клод отдыхает. Надо запомнить, он в углу, ага. Так, Корал Ария. Она тоже где-то вот тут. Погоди, вот сюда лети. Я забыл. Корал. Так, здесь его нет. Летим вот на этот, значит, материк. И он 100% будет здесь. Мать твою. Как плохо болеть, а. Так, сюда мы сможем попасть только на Чокобо. Чокобо. Вот он, Королский. Вот он. По-моему. Да? Точно. Gold Saucer Area. А Корал... Подожди, Корал, он... Стопе. Корал, подожди, Gold Saucer Arena. Это же здесь где-то. Вот здесь же Корал. Северный Корал. Все, мы идем вот сюда. Я ж помню, какая-то тут засада была. Вот сюда. Вот он. Во-во-во-во-во-во-во-во. Точно, лестница. Точняк. О, боже мой, эти сейчас будут взрывоопасные мутанты кругленькие, да? Я же говорю. Ну ты, Вася, я буду просто физическими атаками. Кошмар какой, боже мой. Лошпедик. Чуть-чуть не хватило Сиду, реально. Давай, беги. Все будет мочилово, по-моему. Давай, отлично. Вот. Тут, твою мать, тут где-то сейчас... Вниз можно спуститься, по-моему, там потайная комната. А, огонь, конфуз, куюз, комета. Ну, блин, ладно, атакуй, а это мы сделаем вот так. И все, смена. Ну, бейте уже, бейте, ребят. Бум. Отлично. Сейчас молния их всех добьет. Вот и все. Не на того нарвались, ребятишки. Мы уже тут такие крутые пацаны. Опыта, конечно, мало не дали, но, по крайней мере, Сид уровень свой взял. Вот здесь. Смотри, вот так идешь. Вот сюда вот идешь. Потом вот так вот раз. И оп! И ты как бы понимаешь, что как... Тут же нет никого. А тут сидит чувак. Палатку взял. Исток разума взял. Исток силы взял. Чё мне скажет чувак? Эй, каким ветром вас сюда занесло? Знаете, мне жаль. Конечно, но я ничем не могу вам помочь. Мы к нему вернемся, когда победим. Когда всех убьем. Мы к нему вернемся, и он нам даст одну вещичку. Какую вещичку, не буду врать, не помню. Но какую-то очень полезную и нужную. По-моему, какое-то оружие. Какое-то мега-оружие. Призыв, удар, магия. Ну, давай льдом захерачим их. Я Винсент. Пока рано, рано, Винсент. Рано. Сейчас, возможно, будет на реакторе какая-нибудь потасовка. И я к тебе позову с твоим лимитом великолепным. Давай, Сид, заканчивай с ней. Эти грибы надоели, они постоянно... Много раз атакуют. Ой, какая яркая заставка. О, класс. Ставьте лайки, ребят.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это мне очень... Я прям... Каждого из вас, кто на меня подписывается, знаю и читаю все комментарии, которые мне пишете. Так, ну здесь особо мне не надо ничего делать. Это уже пройденный этап. Ну нам не надо, ну зачем, ну какого хрена? Дайте добежать до реактора и все, просто все. Вот вам, подонки, смена. Вам хватит и одной магии, просто вот сейчас Сид вас залидирует. Кубики льда превратит и все. Ну то все, до свидания. Уйдите с моего пути. Ой, хорошо. Так. Тара-тара-тара-тара-тара. Сохранялка. Давай сохранимся, потому что далеко все-таки мы пробежали с вами. И слот один. И на нее же и запишем. Вот, 23.58. Хорошечич, но примерно 25 минут мы поиграли. 30. Так, давай, Винни. О, вот там что происходит? Там солдаты стоят, смотри. Привет. Эй, вы, ребята. Понеслась. Просто понеслась. Ну, это просто, это не боссы, это какие-то чуваки, которым, ну, жалко. Не жалко, а как это сказать? Чуваки, которым некуда вдевать время, они стоят, вот, охраняя этот вход в реактор. Сейчас получат... Охрененно, камера показываешь ты просто. Все? Исчезли. Молния сожрала. Денег по чуть-чуть капает. Отлично. Полагаю, что сейчас мы в безопасности. Опа, поезд. Черт! Блять, сопельки. Опа. Блять, заебала сопля. Так, подожди. Сейчас мы будем бежать и останавливать поезд. Там будет босс и все, я помню. Похоже, они сбегают с огромной материи с этого поезда. Нет, мы чертовы тупицы. Нам следует идти за ними. Ты знаешь, кто я? Я Сид, вот черт возьми, я такой. А теперь предоставь это мне. В смысле? Ой. Эй! Капец. Что-то вы медленно едете. Те едут так же, и вы едете так же. Надо как минимум раза в два быстрее, чтобы их догнать. Вот. Че мы стоим? Впечатлен, ты тоже умеешь водить? Не спрашивай, я не знаю. Вы чего? Не беспокойся, я справлюсь. Один справа, другой слева. И че? Я понял, всего лишь рычаг чередовать, два рычага вверх и... Так, это займет 10 минут. Сейчас полетаем, держитесь крепче. Левый рычаг, кнопка направления вверх, правый рычаг меню. Так. Так, мы сейчас просто вот так вот делаем. Ускоряемся. Динь-динь-динь-динь. Так. Надо поднимать. Все, я поймал ритм, понеслась. Так. Погнали. Так. Ну вот он, да. Хорошо, готовимся прыгать. В смысле, ну да, прыгайте, вот они вы. Ребятушки, прыгаем, отличненько. Мы догнали их, очень быстро догнали-то на самом деле. Блять. Это кто? Это просто монстрик. Нет! Слава богу. Не применил лимит на этого говнореза. Он, по-моему, сейчас сдохнет, да и все. Нет, ты смотри. Ублюдок, он у меня в конфуз послал. Нет! В смысле? Да блять!
Ну, применяй на себе. Ты не должен сдохнуть, блядь. Я твой родственник. Икс-зелье применяй, ублюдок. Фу, слава яйцам. И ни то не потратил, и не умер. Как хорошо. Спасибо тебе, Барретт. Ты просто гений. Так, стоп. Не надо так торопиться. Икс-зелье есть, все. Мега-эликсир, нормально. Мега-эликсир, высшее зелье. Вот у меня его много. Все, отлично, погнали. Побежали. Да, блядь, на каждом вагоне сейчас будет такая херня. О, теперь их два. Нет, просто берешь вот так вот, короче. Лазер с орбиты, ладно. Молния 3. Магия, лед 3. Магия. И комету сейчас запустим. Что? Да ну, капец они мощные. Я и полный бог вообще. Вздыхайте, парни. Твою мать, дымовая тревога. Молния 3, еще разок. Выдержишь? Комета сейчас сделает свое дело, он должен сдохнуть. Блять, ну нет, нет! Слава богу. Ты ублюдок. Ох ты, ебаный ты в рот. Все, отлично. Отлично, спасибо. Теперь, а кто, опять Барретт спас? Сид сдох. Ну ладно, у Сида не было лимитов, это терпимо. Сейчас я его восстановлю. Блин, какая напряженная серия получается. Прям очень много всех этих движений. Так, отлично. Подожди. Высшее зелье ему еще сделать, потому что он может тоже сдохнуть. Но я не хочу, чтобы он сдыхал. Ага, третья, блядь, драка. О, боже мой, это уже серьезная хрень. По-моему. Давай, да, Голиан. А, все правильно. И льдом. Смотри, сейчас будет просто рвать и метать. Смотри, как будет. Давай, там есть берсерка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. 602. Ты думаешь, все? Это не все. Лазер с орбиты сейчас будет больно тебе, дружок. Мой толстожопый друг. Смотри. Пух-бух-бух-бух. 3200. Сейчас будет лимит еще от Винсента. Он, по-моему, каждый раз там просто херачит не по-детски. Вот, хорошо, уже 4500. Молния. Подожди. Ой, разозлился. Но этот лимит чем хорош, он восстанавливает жизнью. Просто вспышка зверя, 1300. И лед 3. Отлично. Вот, да, он сейчас сдохнет. Он не такой уж и опасный. Он физические атаки, по-моему, у него только. Винни, не сильно бей его, пожалуйста. Че, сдох? Ты сдох? Нет, не сдох. Таинс Берсерка, 602. Вот и все. Вот, собственно, и все. Понимаешь? Иступление. Все уровень получили и что-то еще. Подожди, 5 минут остается, да? 5 гребаных минут. У него, да, появилось иступление, точно. Это лимит, отлично. Ну иди, твою мать. Успокойся. Комету сразу на тебя. Молнию сразу на тебя. И молнию сразу на тебя. Комета 2800. Великолепно. Вот комета вообще материя бомбовская. Твою мать. Капец, ток ее херачит. Сейчас она сдохнет. Хе-хе-хе, промазала. Молния 3, смотри, добивание. Вот и все. Нет? Ладно. 436. Я думал, будет красиво так закончит. 300. Так. Так, подожди. Магия, огонь, да, комета. Давай кометой завершим эту херню. Молния 2. У меня уже магии нету ни хера. Бум. Ты хера себе, ты сдохнешь вообще, тварь. О, наконец-то. 49 жизней у Винни. 2000. Ой, как хорошо я прокатил. Их зелье. Спасибо тебе, птичка. Подожди. 3 минуты 57 секунд. Высшее зелье тебе надо, да? И тебе одну хватит. Так, все, погнали. 3.46. 3.45. Здорово. Эй, что вы за парни? Отлично, берем огромную материю.
Кто это? Зачем ты дерешься с ним? Это просто солдат. Просто гребаный солдафон. Я даже не буду магию тратить на него. Ну ты все. Нет? Нихера. Нихера. Слава богу, мимо. Ха-ха, вот и все. Лохопед. Не знаю, зачем он на меня полез. Так, а огромную материю мы возьмем. Вы, смельчаки, раз пошли за мной. Я этого никогда не забуду. Бард, нет времени на это. Если меня тормоза, коман. Командир. Я уже занимаюсь этим. Просто заткнись и держись крепче. При таком раскладе мы врежемся в северный корл. Точно. Посмотрим, если мы будем поочередно использовать рычаги для ускорения, левый... О-о-о, если он должен устраниться, если мы будем держать рычаги вверх или вниз одновременно. Левый рычаг вверх. Так, левый рычаг вверх, кнопка направления вверх, вниз, кнопка направления вверх. Правый рычаг меню, вниз отмена. И чё? Так, это не работает. Да блять! Да зачем пиздить? Чё? Я остановил? Остановил! Красавчик! Остановил. Просто красапет. Получен ключевой предмет, огромная материя. Так, и что же у нас получается? Все бегут, смотри, ко мне бегут. Это вы те люди, что остановили поезд Шинра? Шинра чуть не разрушила наши жизни снова. Пусть это и помойка, но это единственный дом, что у нас есть, Барретт. Ну, конечно, мы все родились и выросли в угольных шахтах. И как бы тяжело нам ни пришлось, наши сердца будут гореть так же ярко, как уголь. К дьяволу, метеор! Мы же шахтеры, так? Мы выкопали глубокий тоннель и спрячемся от метеора. Вот так. Эй, малыш, как насчет того, чтобы дать чего-нибудь этим ребятам, сражающимся с Шинра? Ой, капец. Соплюхи, не могу. Я достал из... это из колодца. Потрясающий камень. Получена материя Ультима. Хо-хо-хо-хо, да ладно! Ты, наверное, участвовал в жестоких боях, у тебя все лицо, все тело в шрамах. Я уже говорил с владельцем гостиницы, сегодня можете переночевать бесплатно. Великолепно. Вот оно, благословение жителей, мирных жителей спасенного городка. Отлично. Так, чувак, ты там сиди, как на грузина похож, мужик. Ага. Шинри осталось достать только одну огромную материю. Она находится в подводном реакторе. Мы идем к подводному реактору? С нами на хвосте Шинра не соскучишься. Нам надо торопиться. Сейчас я беспокоюсь о нем больше, чем о ком-нибудь еще. Клауд. Да, конечно, Тифа меня тоже волнует. Давайте проверим, что происходит в Миделе. Хорошо, поехали к Клауду. Давайте, наверное, съездим все-таки к Клауду и потом завершим. То есть узнаем, что там происходит. Мидел у нас вот здесь. Да, по-моему, где я говорил недавно, я встречал. Натыкался на этот островок. Сейчас. Ой, хорошая получилась серия. Прям я так доволен, потому что... Ну, многое мы что сделали на самом-то деле. Уже. Вот этот, по-моему, да, городок. Многое, что мы сделали, и многое, что еще предстоит, но это... Да-д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 а. Та-там. Та-та-там, та-та-та-та-там. Ну, я в больницу бегу. Тут все по-прежнему. Все без толку. Я не понимаю ни слова, Клауд. Что же мне с ним делать? Что, если ты до конца своей жизни не поправишься? Оу! Что это? Приближаются. Они приближаются. Что ты сказал, Клауд? О-о-о-о!
Проклятие, что, черт возьми, происходит? Да в смысле, подожди. Что это за херня? Что это? Поток жизни фонтаном пробился на поверхность земли. У-ху, проклятие, это паршиво. Что случилось, Сид? Ничего, ты их, ладно, вернись внутрь. Оба, быстро вернитесь обратно внутрь. Я... Не переживай ты так, я крепкий орешек. Будь осторожен. Хорошо, я пошел, вот так. О, летает, бледина. Ты посмотри. Так, сейчас будет драка, да? Это гребаное оружие, и в самый подходящий момент. Оно что-то мне чертовски опасное. Ну хорошо, садись, бледина. Твою мать. Сейчас будет бой. Сейчас будет бой. Как раз после него мы с вами, я надеюсь, мы победим эту тварь. Но жизни у меня очень мало. О, Феникс, отлично. Призыв. Кто тут есть у тебя? Нео Бахамут. Я ультиму не взял, блядь. Кьяту давай. Магия, молния, давай. Блин. У Сида лимит, отлично. Сейчас будем лимитами бахать. Но плохо, что я не поставил ультим. Ультима бы сейчас его просто, ну... Блин, нормально потрепало. Давайте посчитаем, сколько у него жизней. Порядка 2000, так, 4000, да, я, получается, уже выбил. Грубо, очень грубо. 4000. Молния, так, молния, ну, нормально должна погасить. А, это что? Я-то. 1005-6 должна вывести, наверное. По идее. Охереть. О, тут все подряд. Я-то вообще рульная тема на самом деле. 3200? Ну, неплохо, неплохо. О, прыжок ввысь. Сейчас пару тысяч. Вот. Молнии, вот просто молниями бахать и все. Винсенту бы сейчас лимитик включить. Смотри, оружие просто не бьет меня и все. Оно... Урон у него очень серьезный. Это... А, конфуз, берсерк, комета. Нормально, комета. Молния 3 еще раз. И магия. Давай лед. Лед. А-а-а, надо было лечиться, ё-моё. Капец, капец, просто капец. Нет, я же... Подожди. Зачем ты тут? А, он улетел. Все, отлично, слава богу. Я же забыл, что мы его не сможем победить сейчас. Мы просто дали ему пизды. Вот, собственно, и все. И мы ничего не получили. Это хорошо. Это я восстановлю, я его прогнал. Главное, я его прогнал. Фух. Ну, вообще, оружие, да, тяжко с ним драться, оно очень сильное. Ты гребаный хочешь сбежать? Кричит он им. Похоже, победа — это его коронный прием, говорит он мне. Похоже, поток жизни начал успокаиваться. Черт, да ты издеваешься? Это плохо, главный поток поднимается. Приближается что-то намного больше первого. Нехорошо, пора убираться. Будет все проклято. Я в первую очередь надо позаботиться о себе. Никогда не знаешь, когда поток прорвется. Ого! Нет времени, скорей. Да в смысле, куда бежать-то? Кого хватать, куда бежать? Тифа, Клауд, убираемся отсюда! О боже, толчки все сильнее и сильнее. Ну, землетрясение. Подожди минуту, Клауд. Доктор, может, нам стоит увести его отсюда? Скорее всего, безопаснее будет пробираться на открытую поверхность. Местность, брехомуха. Ни о чем не волнуйся, Клауд. Я прослежу за тем, чтобы ты попал в безопасное место. Нет, здание не выдержит. Поторопись! Тифа, да. Да, блин, на коленях там стоишь. Ты че, издеваешься, что ли? Эти интимные вещи потом можно сделать. Мы уезжаем, Клауд, быстрее. О, о, заставон. Ты смотри. А доктор? Докторишка-то как? А люди? Охереть, смотри. Прыгай, 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 прыгай. Твою мать. Ёпарсы-то. Вы куда? Эй. Ты посмотри. Я этого не помню. Вообще не помню. Опа. Тоже такие нормальные персонажи. Бульк, 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 бульк.
Папандос, да, смотри какой. А может это так лучше? Он сейчас, Клауд, по идее, и очнется сейчас. Бульк-бульк-бульк. Бульк-бульк-бульк. Так, спокойно, успокойся, не надо кружиться. В темноте, в полном мраке, в темноте мы гребем изо всех сил. Нихера себе у тебя ноги. А где-то я? Что произошло? Я? Где? Клауд, где ты? А? Что? Кто? Кто там? Я не слышу. Я буду скример. Подожди, я ничего об этом не знаю. Нет, это не я. Я бы ничего подобного не сделала. Ну и чё? Да что за херня? Нет, остановись! Назад! Кто-нибудь помогите, пожалуйста, помогите, пожалуйста! В смысле? Клауд, мне на помощь, Клауд! У него какая-то псида. Гипноз какой-то на неё, что ли, влияет, я не пойму. Психологическое оружие, бляха-муха. О, господи. Где это я? Клауд? Что такое, Клауд? Что это? Мы в твоем сне или это твое подсознание? Ты что-то хочешь найти, Клауд? Найти себя? Я могу тебе помочь. Вместе мы можем попробовать найти настоящего тебя. Но с чего нам начать? Да подожди. Ну-ка. Та звездная ночь на водокачке, обещания, которые мы дали друг другу. Что, если все эти воспоминания были ложными? Похороненные секреты, желания, нежные чувства, о которых никто не смог узнать. Тихо. Ворота Нибельхейма. 5 лет назад Сефирос прошел через эти ворота. И с этого все началось. Это связано с Нибельхеймом? Точно, наверное, лучше всего начать оттуда. Ой. Давай смотримся, Клауд. Я знаю, это нелегко. Я буду здесь с тобой. Ну что, пошли? Там. Клауд, посмотри. Это водокачка. А там дедушкина гостиница. Единственный грузовичок в городе, он стоит тут с нашего детства, правда? Это Нибельхейм, который ты помнишь? Он такой же, как и мой Нибельхейм, поэтому он наш Нибельхейм. Пять лет назад пришли двое солдат. Сефирос и молодой, энергичный солдат. Можешь рассказать снова, что тогда случилось? Ну как ощущения? 5 лет назад я видел настоящего Сефироса в первый раз. В первый раз возвращаешься домой спустя столько лет, так? Ну так что ты чувствуешь? У меня такого не будет, у меня нет родного дома. Как же родители? Вот он, настоящий великий Сефирос? Моя мать Дженова, она умерла сразу после моего рождения. Мой отец? Ну, нечестно говоря, мне он показался очень холодным. Да какая разница? Ладно, пошли. Я помню плохое предчувствие, когда увидел его. Нет, Клауд, я скрывала это уже давно, боялась, что если я расскажу тебе, может случиться что-нибудь страшное. Но больше я ничего не буду скрывать. Тебя там не было, Клауд не приходил в Нибельхейм 5 лет назад. Я ждала, но Клауд так и не пришел. Те двое, кого направили сюда, был Сефирос и кто-то другой.
Ладно, пошли. Ты имеешь в виду, что тот член-солдат, что пришел с Сефиросом, был не Клауд? Здесь ничего нет, я уверена. Ты должен найти ответ самостоятельно. Если ты не можешь это, то... Не спеши, Клауд, не торопясь, потихоньку, хорошо? Это звездная ночь на водокачке, наше обещание. Что, если все это было лишь обманом? Не спеши, Клауд, не спеши с ответом. Продолжай перебивать все эти маленькие чувства, и все вернется к тебе. Медленно, мгновение за мгновением. Правильно, как небо в ту ночь. Небо было усыпано звездами. С самого начала, хорошо? Попытайся вспомнить, Клауд. Я была одета так. А теперь ты. Ты был такой маленький. И милый. Сефирос однажды сказал. Клауд создал свои воспоминания, слушая мои рассказы. Разве ты придумал это небо? Нет, ты его вспомнил. В эту ночь были великолепные звезды, там были только я и Клауд. Мы разговаривали у водокачки. Вот почему я продолжала думать, что ты настоящий Клауд. Я все еще верю, что ты тот самый Клауд из Нибельхейма. Но ты не веришь в это в глубине своей души. Этих воспоминаний недостаточно. Клауд, а что насчет других твоих воспоминаний? Нет, не воспоминания. Память — это то, что мы осознанно пытаемся вызвать в жизни, так? Поэтому иногда она может быть ошибочной или ложной. Что-то, что не является воспоминанием, глубоко скрыто в твоем сердце. И поэтому фальшиво, если бы ты только мог достучаться до него. Точно, как насчет воспоминаний, связанных со мной? Если я расскажу что-нибудь, ты это сможешь... То, бляха-муха, ты это не сможешь вспомнить. Но если ты расскажешь что-нибудь, и я смогу это вспомнить, то мы вспомним... Все эти воспоминания настоящие, поймем. Расскажи мне о чем угодно, о каким-нибудь важным для тебя случаем. Можешь сказать, зачем тебе понадобилось идти в солдаты? Я всегда считал, что это было внезапным порывом. Я был в смятении. Я хотел, чтобы на меня обратили внимание. Я думал, что если стану сильнее, кто-нибудь меня заметит. Кто-нибудь тебя заметит? Но кто? Кто? Ты знаешь, о ком я. Ты. Вот кто. Я? Почему? Тифа, ты что, забыла о тех днях? Слушай, я... Прости, но о чем ты говоришь? Нет, все нормально. У тебя тогда были тяжелые времена. Ты была занята своими делами. Вполне естественно, что ты не помнишь меня тогда. Когда? Тогда? Это важно для меня. Не хотел этого говорить, но это очень важные для меня воспоминания. Ты хочешь их увидеть? Да ну... Идем скорее. Ну куда идем-то? Куда идем-то? Идем скорее. Так твою мать. Похороненные секреты, желания, нежные чувства, о которых никто не мог узнать. Чуть туда за ним бежать, да? Ты знаешь, куда ведет это окно, Тифа. Хорошо, я иду. Это окно ведет куда? Опа. Хера себе. Прям графоний такой.
А, ну это дом Тифа. Прикольно. Моя комната. Тогда я был там впервые. Правда? Я только попытался заглянуть туда снаружи. Эй, смотри! Клауд приехал! Думаешь, он захочет зайти? Хм-хм. Ишь ты как. Ты первый раз был в моей комнате? Точно, мы жили по соседству, но я не очень хорошо тебя знала. Я знала тебя с детства и всегда считала, что мы близки. Чего? Раз уж ты так говоришь, но я не помню, чтобы ты хоть раз был в моей комнате. Тифа всегда была в центре внимания. Точно. Я думал, все они были придурками. Что? Вы вели себя так по-детски, смеялись над каждой глупостью. Но мы были детьми тогда. Я знаю, на самом деле дураком был я. Я хотел играть со всеми, но вы никогда не брали меня в компанию. Позже я начал думать, что я другой, что я не такой, как эти недоразвитые дети. И тогда, наверное... Мать твою. Может быть, они позовут меня. Я надеялся на это и наполнялся по... Блять! Я надеялся на это... И слонялся поблизости. Я был полон предубеждений и слаб. Я в ту ночь попросил, чтобы Тифа пришла к водокачке. Я думал про себя, что Тифа никогда не придет, но она ненавидит меня. Это было так неожиданно, я была немного удивлена. Но, конечно, мы не были так близки, но... Когда ты уехал из городка, я думала много о тебе. Я пыталась представить, что же сейчас делает Клауд. Все гадала, удалось ли тебе поступить в солдаты. Я начала читать газеты, надеясь хотя бы найти воспоминания о тебе. Упоминания. Спасибо, Тифа. Расскажи ему позже то, что рассказала мне, и он наверняка будет счастлив. Хорошо. А? Что произошло в тот день? Этот был день особенным? В этот день? Твоя мама, Тифа. В тот день моя мама умерла. Я хочу увидеть маму. Че это? Интересно, в горах что-нибудь есть? Ну нет, ну вы сейчас предлагаете мне по горам, что ли, скакать? Гора Нибельхейм опасна, там погибло много народу. Никто не проходил горы живым. А что насчет мертвых? Неужели мама прошла через горы? Я иду. Ну, дают. Дети поперлись в горы. Обалдеть. А, один струсил все-таки, да? А, побежал рассказывать родителям. Мама, мама! Тифа пошла с ребятами в горы. А вон Клауд. О, и эти сдались, убежали, испугались. Клауд за ней побежит, да? Ну да. В смысле? Ну-ка. Что мне делать? Я не помню дорогу, которая шла. Тифа оступилась, я побежал к ней, но не успел. Мы оба упали со скалы. Я оделся поцарапанным коленом, но... Клауд, зачем ты привел ее сюда?
Да что с тобой не так, черт возьми? Что если она погибла? Что если бы она погибла? Тифа 7 дней пролежала в коме. Мы думали, что она не справится. Если бы я только успел спасти ее. Я был так зол и на себя за свою слабость. С тех пор я чувствовал, как Тифа винит меня. Я вышел из себя, набрасывался на всех подряд. Тогда я впервые услышал о Сефиросе. Я думал, что если бы я был сильным, как Сефирос, то... Если бы я мог стать сильнее, даже Тифа обратила бы внимание на меня. Так вот в чем дело. Извини, Клауд, если бы я только помнил лучше, что произошло тогда, я бы сделал что-нибудь раньше. Это не твоя вина, Тифа. Но я помню, как тогда нам было по 8 лет. Точно, теперь я знаю. Ты был создан... А, ты не был создан 5 лет назад. Мои детские воспоминания не были выдумкой. Держись, Клауд, еще немножко. Ты почти нашел настоящего себя. Давай снова вернемся в Нибельхейм. Ю. Ну? Клауд, постой! Куда ты? Реактор? К реактору. Реактор Мака 5 лет тому назад. Угу. Хлобысь. Ты это уже помню. Эй, это Клауд. Зак. Тифа, ты вспомнил? Все верно. Это Зак тогда пришел в Нибельхейм с Сефиросом. Тогда где же был ты, Клауд? Хуяк. Клауд, ты видел все это? Я видел все. А, кто ты? Мама, Тифа, мой город, верни это назад. Я так уважал тебя, я восхищался тобой. Клауд? Вот что произошло. Ты был там? Ты присматривал за мной? Да, я помню. Так это был ты? Эй, Клауд, если тебе душно, почему бы тебе не снять шлем? Да. Да, это я. Я никогда не был членом солдат. Я, конечно, покидая дом, растрепал всем, что собираюсь вступить туда, но я не был так ловко, никого не хотел видеть. Ну как ощущения? Первый раз возвращаться домой спустя столько лет, так? Я
Ты пришел, ты сдержал обещание. Ты действительно пришел, когда я была в беде. Прости, но я не добрался туда раньше. Все нормально, Клауд. Прямо как ты. Клауд, убей Сефироса. Сефирос! Хуяк, не трогай! Херон здоровый, конечно. Ну, в плане сильный маг какой-то. Не может быть. В смысле? А куда ты улетел? А куда он улетел, эй? В смысле? Как это? Что это было? Это давно было. Как это может быть, если он жив и теперь мозг всем колупает? Сейчас не понял. Ну хорош, ребят, ну это затянулось уже, блядь. Пора прощаться, Тифа. До следующей встречи. Тифа, я не понимаю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сейчас они встретятся в одном, смотри. Отлично. Самый главный чувак, который там валялся все это время, висел. Четыре сознания, 4D, даже 5D. Вот, ты видал? Вот он, настоящий Клауд. Очутился, очнулся. Вставай, Клауд. А? Что? Во. Ушла от него эта мигрень. Тифа? Клауд, это правда ты? Да, Тифа, мы наконец снова встретились. Ты идиот, мы так переживали за тебя. Ты в порядке? Голоса, они... Понимаю, мы в потоке жизни, ведь так? Все ждут. Давай вернемся, Клауд, назад, назад к остальным. Я, наверное, пойдем, Тифа, пойдем домой. Летите, да, летите, ребятки. Раздвигая потоки жизни, как ноги. Охереть, конечно. Йоу, ты в порядке, Тифа? А? Та-та-да. Барретт, ты вернулся, я? Где он? Не беспокойся о нем, он крепкий парень. Барретт, когда я была в потоке жизни, там был настоящий Клауд. То есть, не то, чтобы я его нашла, Клауд, он сам нашел себя. Хорошо, я знаю, я не должен был сомневаться. Но с тобой мне не справиться, это же, ты же типа леди. Люди скрывают в себе так много разных вещей. Так много вещей, которые они никогда не смогут забыть. Странно, правда? Эй, Тифа, забей ты на это. Тифа? Так, командор вернулся. Простите меня все, я не знаю, что сказать.
Не говори ничего, Клад. И что бы ты ни совершил, ты искупил это своими действиями. Я никогда не был членом солдат. Я выдумал историю о том, что произошло 5 лет назад и моей службе в солдатах. Я покинул дом в поисках славы, но стать солдатом так и не смог. И мне было стыдно за свою слабость, а потом я услышал историю от своего друга Зака и создал себе иллюзию, как будто это произошло со мной. И я продолжал играть свою роль, как будто это было правдой. Иллюзия, говоришь? Хертовски хорошая иллюзия. Физически я не отличаюсь от любого бойца-солдат. План Ходжа по клонированию Сефироса не так уж и сложен. Это та же процедура, которая используется при создании членов солдат. Понимаете, не все солдаты просто подвигаются воздействию энергии мака. В их тела внедряются клетки Дженовы. К лучшему это или нет, только сильный человек может стать солдатом. Это не имеет никакого отношения к воссоединению Дженовы. Но слабые люди, такие как я, теряют свою личность. Комбинация из клеток Дженовы, силы, воли Сефироса и моей собственной слабости. Вот что создало меня. Все это знали я, Клауд. Хозяин своего иллюзорного мира. Но я не могу больше оставаться в ловушке своих иллюзий. Я хочу жить своей жизнью без всякого притворства. Ты здорово напортачил, Клауд. А как по мне, никакой разницы, что сейчас, то раньше. В любом случае, Клауд, что ты планируешь делать теперь? И только не говори, что ты покидаешь корабль. Это из-за меня нам всем угрожает падение метеора. Вот почему я должен приложить все силы, чтобы справиться с этим. Отлично, теперь ты предложишь драться со спасением планеты? Все, как ты мне всегда говорил, Барретт. Ох, наконец-то ты это признал. Что? Я не понимаю. Мы в деле до самого конца, мы в деле до самого конца. Эй-хей! Йоу! Класс. Затянувшаяся беседа, это, конечно, все прекрасно. Здорово, чувак, ты что-нибудь? Ох-ох, Клауд. В смысле? Я глубоко проникся в твоей историей. Я слабый человек, я хорошо понимаю, что ты чувствуешь, Клауд. Никто не знает, когда начнется бой. Так что мы все будем готовы. Ага. Барретт там берем. Так, и я беру, наверное, тебя, дружок. Потому что, ну... Да, блядь! Вот сюда поставлю и поменяю потом вас. Ля-ля-ля, сколько можно болтать, а? Надо серию заканчивать. Слушай, Клауд, мы как раз занимаемся миссией по добыче огромной материи, так? Я знаю, что это немного неожиданно, но в Джуноне находится подводный реактор. Насколько мне известно, остался только... Так, поехали! Джунон! Прекрасно. Джунон — наша цель. Сначала я сделаю вот так. Отлично. И... Сейчас я вот так... Ой, вот так. Ладно, это я палатку применю. Надо экипировка. Что у нас есть для него? Битва с гвоздями, улучшенный меч. Алмазный наруч. А что есть лучше? Кристаллический наруч. Наруч силы, живучесть, дух. Поглощает яд, защищает отравление. Кольцо мира. Защищает от берсерка, обнуляет атаки огнем, автоматически накладывает берсерк, защищает от жабы и от мини. Ну, вот это вот неплохо. А, материя, да, у нас получается ультима, дистанция, контратака, измерение и манипуляция. Ну, у него ничего получается нет, он будет просто мочить. Че, погнали. Отправляемся в Джунон. Мы сохраняемся, ребят. Ага, ну вот, вот, теперь это дырка. Мы сейчас подлетим к Джунону. Черт его побрал. Блин, вот тут он, вот он. Вот здесь вот он. Вот здесь. По-моему. Вот он. Все, мы здесь сейчас останавливаемся. Палатку ставим. Палатка. О, палатка. И сохраняемся. И давайте, ребята, на этом закончим.
Очень длинная серия вышла. Прямо ого-го, какая длиннющая прям. Ну, я, наверное, пообрезаю какие-то вещи, но историю оставлю, чтобы она была с вами. Если кто проходит игру, ну, первый раз или просто фанат серии, он будет приятно в воспоминаниях погружен. Так что спасибо за просмотр, ставьте лайки. Меня зовут Дмитрий, канал называется PlayGray. До новых встреч в хороших играх и всем здоровья и добра. Люблю, целую. Пока.